Привет! Сегодня я снимаю самое запрашиваемое видео на моем канале Room Tour. I need your time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. Ну что ж, давайте начнем. В моей комнате есть зеркало во весь мой рост. Но оно не простое, а с подсветкой. Ну конечно же, как же обойтись без принта зебры? Рядом с моим зеркалом, конечно же, стоит шкаф с одеждой. И еще один шкаф, там, где у меня лежит очень много всего. Ну конечно, поскольку я не могу сидеть без движения, у меня есть шведская стенка, а под ней очень мягкий ковер. Еще у меня в комнате есть календарь с моими фотографиями и трюмо. Еще в моей комнате есть стол, мое рабочее место. Рядом со столом у меня всегда должны быть окна. Занавески у меня белые, цветочек. А рядом со столом у меня стоит большое белое кресло. Ну и конечно же, мое любимое место – кровать. Это сердечко я делала сама. И эту картину раскрашивала тоже я. Рядом с моей кроватью висит крючок с моими сумками и рюкзаками. Еще в моей комнате есть большой розовый мягкий ковер. Это был весь мой рум-тур, и всем пока, до новых встреч!